Это юточка. 3 месяца почти. Какая игрушка интересная. Нет? Ты хочешь поделиться со мной, да? Ну давай. Нет, ага. Не хочет. Ну, да. Скажи. Напрасно ты так подумала, хочу поделиться. Ага. Я просто показала и ушла. Дай. Она дразнится. Юточка, дай. Дай, дай, дай. Ты принесешь мне? Она еще апорт. Поругаешь ее, она тогда возьмет апорт и приносит. Слушай, вот я она принесла. Ай, молодец какая. Не, она, конечно, умница большая. Она, конечно, еще не отдает. Отдает. Отдай. Не отдает. Дай. Приносит и отдает. Ну, это новая. Дай. Нет, новую игрушку она не хочет отдавать. Ну, да. Но она ее сейчас развяжет, но, в принципе, что уже делать? Апорт. Это вот. Надо размотать и отдать ей тот, да? А ей не интересно будет. Ей интересно именно вот эти вот, то, что... Да, веревочки вот эти сверху. Как хорошая. Такая... Не, кольцо не такое интересное, кольцо она не будет сейчас брать. Юта, фу. Фу. Слышь, один. Нет, нужно команду дать. Фу. Не фу, а хорошо. Дай. Кольцо ей не интересно. На. Вот я сейчас расправлю эту фигню. Почти 3 месяца, Юти. Не-не-не-не-не-не. Сейчас она будет меня грызть. Вот, отдайте вот эту обратно. А ну, возьми колечко. Скажи, колечко сама бери. А ну, вот так. Ей какую-то войлочную игрушку надо. Мягенькую. Здесь у нас мячик, она где-то его заказывает, она с ними играет. А ну, Юта, возьми. Забрали игрушку у ребенка, а это она не хочет. Юта, Юта. Вот она игрушка появилась. О. О, вот это самое интересное. Кто кого? Вот еще одна игрушка есть. Забрала. Она должна обязательно быть победителем, она должна чувствовать свою силу. Тогда она будет уверена в себе. Но по команде отдай, должна отдавать. Но еще маленькая, конечно. 3 месяца еще маленькая. Нашел, мяч, не нашел? Очень довольна, что там есть что разматывать с этого мячика. Если бы не было что разматывать, не такая довольна была. Юта, Нет, дай вот мячик, то что... Юта. Не-не-не, вот это самое интересное. Юта. Это неинтересно. Вот это неинтересно. Иди. Вот, мячик. Мячик. Вон то интересно. Все, забрали. Забрали игрушку ребенка. Нельзя так.